Хотела бы сказать еще о преимуществах данной ручки, именно модели Strong 105L. То, что есть такой, когда она работает, дует тут как ветерок, такой кондиционер, как бы. Но это даже хорошо летом, как бы не жарко, не потеешь. Но вообще это для того, чтобы не было перенагрева самого мотора, что очень важно. То есть ручка не нагревается, соответственно, срок службы и комфортнее, да, потому что мы же чувствуем. Вот. Да, она тяжеленькая, но это очень хорошо, особенно для начинающих. Потому что когда есть вес, ты понимаешь, что ты что-то держишь, тогда упор легче держать и учиться плавному движению, что нужно именно в работе с фрезером. Потому что когда легкая совсем, то человек вначале, особенно новичок, он не может понять, как это не давить, да, фрезой на ноготь или на кожу. Да? То есть этот вес, он помогает это усвоить мастеру. И третье. Тишина. Еще раз включим и послушаем эту музыку. Посмотрите, какая прелесть. Никакой вибрации. Ветерочек дует сюда вот. Просто. Это же одно наслаждение. Прелестно.